Дорогие мои друзья, мои уважаемые подписчики, сегодня я вам покажу, какие замечательные два ножа я купила в Пятерочке. За 80 наклеек, у меня накопилось там 83 наклейки. В общем, нужно, чтобы купить эти ножи, я их купила за 199 рублей. А так они стоят 800 рублей, вот этот набор. То есть по 400 рублей каждый ножик. А я их купила, ну, по 100 рублей получается каждый. Для этого нужно было накопить 80 наклеек. И что, почему я делаю это видео? Потому что в Пятерочке акция заканчивается уже скоро, в конце мая. Поэтому, по-моему, 30 мая она уже заканчивается. Поэтому я вот вам и делаю такое видео. Это не реклама никакая. Вот, смотрите, допустим, сейчас я попробую порезать лимон. Ножи итальянские. Перед первым применением их нужно смотреть, как режет. Вот одной рукой даже. Видите? Очень хорошие. Ну, естественно, их нужно точить, но они, хочу сказать, что так как они, вот видите, с такими, они сами затачивающиеся. Их точить, в принципе, не нужно. Вот такая вот коробочка. Производство Италии. Вот. Что еще хочу сказать? В посудомоечной машине ножи мыть нельзя. Потому что их нужно мыть холодной водой. Под краном и обычным средством для мытья посуды. Ну все, мои друзья, всего вам доброго, до свидания. На этом все.